Украина и Молдова открыли первый совместный пункт пропуска на границе с Приднестровьем. Раньше на этом участке силовиков, которые подчиняются Кишиневу, не было. Только пограничники самопровозглашенной республики. В Тирасполе сегодняшнее событие расценили как начало полномасштабной блокады ПМР и уже обратились за помощью к России. Все детали в нашем материале. Одесская область, село Кучурган, на границе с непризнанным Приднестровьем вместе с украинским теперь развивается и молдавский флаг. Отныне пограничники и таможенники соседней страны смогут контролировать грузы, ввозимые и вывозимые из ПМР, отслеживать перемещение людей и автомобилей. Все это для безопасности и борьбы с коррупцией, говорит Петр Порошенко, который вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом открывал сегодня КПП. Я наголошую, что мы, Украина, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї. Через Кучурганский пункт в Приднестровье, например, попадает львиная доля продуктов питания для населения. Власти Молдовы утверждают, жители непризнанной республики только выиграют от нововведения. Предприниматели смогут прямо здесь оформлять свои грузы, и не нужно будет для этого выезжать куда-то. Возможно, это не понравится лидерам Приднестровья, но это очень нужно людям, проживающим в регионе. Власти Приднестровья ожидаемо отреагировали на нововведение крайне негативно. Называют это началом масштабной блокады ПМР, якобы задуманной Молдовой и Украиной. Дескать, местным предпринимателям теперь придется оформлять импорт и экспорт по кишиневским законам. А сделать это смогут не все. С экранов телевизоров приднестровцев уже пугают пустыми полками в магазинах. Впрочем, жители Приднестровья, которых мы сегодня опросили на границе, ничего плохого в открытии совместного КПП не видят. Паники. Нет, все спокойно, как ездили, так и ездили. Наверное, положительно. Слава богу, что оно открывается. Наверное, может, как-то будет даже проще, лучше. Может, и Приднестровье повернется к Молдове. Молдова к Приднестровье. В будущем планируют, что молдавские силовики появятся и на остальных участках границы Приднестровья и Украины. Напомню, в 2006 году в Тирасполе провели референдум, после чего объявили о создании независимой республики, так называемой ПМР. В Кишиневе результаты голосования не признают. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.